I'm OG, y'all new to the game. Всем здорово! Мы хотели снять тест-драйв на BSE MX с гусеницей, но этого сделать не получится, так как у него заклинил движок. Но не огорчайтесь, сегодня мы снимем тест-драйв на Irvis TTR с лыжей, потому что он ожил. Вот, короче, BSE стоит, да? Мотор снят и разобран. Вот она лыжа. Вот эту лыжу сейчас мы поставим на Irvis и навалим на нее. Лыжи уже все необходимые крепления рассверлены, потому что она от другого мотоцикла, от большого. Вот. Все уже должно сразу подойти. Лыжи фиксируются в креплении для суппорта тормозного, поэтому сам всю тормозную систему надо снять. Вот оси вроде бы стандартные на обоих питбайках, а нифига. От Ирбиса не влезло в расточенное крепление лыж, поэтому поставили от BSE. А втулку там не зажимаешь? Или? Нет. О, блин. У меня они не зажимают тоже. И здесь очередной крах нас ожидал, крепление не подходит. Нижний болт подошел, верхний придется еще один просверлить. Все, крепление рассверлено, и сейчас все будет ок. Но это не точно. Не попал, что ли? Ну-ка, он подойдет хоть еще чуть выше. Ну, по идее... Я поэтому и говорил, дальше чуть сверли, чтобы оно... Ну, по идее... Поставили лыжу, теперь надо завести его и понаваливать. На передач. Thank you.
Да, ребятушки, в перемет все-таки мне не удалось проехать. По краю ехал, здесь засел. Ребятки, результат вы видели сами. По такому полю, не особо заснеженному, прет просто бешено. На третьей передаче можно валить смело. В пухляке, ну, в совсем таком жестком, в переметах, он, конечно, начинает застревать, копаться. Но вытащить можно, он довольно легкий. Короче, конструкция показала себя на все 5 с плюсом. Потом посмотрим, как будет с гусеницей, если удастся ее поставить. Ну, конечно же, ждите наших следующих выпусков. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал. Прямо вот перейдите и подпишитесь. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видосы. Всем пока!